Анонс и точно дата выхода 24-й серии турецкого сериала «Легенда». 24-я серия сериала выйдет в эфир 24 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Ит-Бараки вышли в путь, чтобы уничтожить тюркский народ. Но Батуга сказал своим врагам, что они настоящие глупцы, если думают, что так просто смогут уничтожить тюрков. Небесный дворец превратился в место игр. Здесь появилось очень много предателей. Батуга не понимает Ильпагу хана. Если он знает про все коварные дела Улуэ-Дже, то почему не отрубил ей голову? Акис вступила в схватку с Аладжи и напомнила ей о своем предупреждении. Ведь при их первой встрече она говорила, что убьет ее. Если окажется, что Аладжи не ее мама, Улуэ-Дже уже знает о том, что Гюнселин не беременна. Батуга, находясь в плену, заявил, что их невозможно напугать смертью. Они тот род, который возродился, заново растопив железную гору тогда, когда все думали, что они мертвы. Когда Акис смогла найти Батугу, то очень обрадовалась, и она никогда не сомневалась в том, что он жив. Только когда она стала приближаться к Батуге, то попала в ловушку. Батуга пытался ее предупредить, но так и не смог этого сделать. Сидя перед Батугой, Акис сказала, что ее разбудило восходящее солнце, и просит его проснуться. Батуга пытается поставить на ноги, так как он является двуглавым волком. Напомним, 24-я серия сериала выйдет в эфир 24 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.